Друзья, всем привет! Хочу вам показать однокомнатную квартиру, которая мне осталась от папы с мамой, да? И вот она в таком состоянии. Сразу скажу честно, что жили здесь квартиранты. И пока я была в Америке, ну, они съехали. Вот. Ну и уже здесь полтора года не было ремонта. И я хочу просто-напросто сделать косметический ремонт. Вот такой вот ужасный тут диван, убитый напрочь. У меня что-то тут свет не включается, вроде включался. Вот. Хотя где-то полтора года назад я делала ремонт. Он включилась, горит только одна лампочка. Стены, видите, какие черные. Вообще ужас, ужас, ужас. Ну, видите, не свое людям оно нафиг не надо, деньги платят. Так, вот такая вот кухня. Это я уже с собой тут принесла. А вот плита, все это такое как бы подубитое. Что я хочу делать? Я хочу ободрать обои. Что-то не хочу я обои. Вот видите, они так отстают, я хочу выбелить. Вот. Шкаф почему-то криво косо висит. Ручка отвалилась. Ой, это дверка отвалилась, но дверка есть. Вот здесь вот такая раковина. Вроде как бы и фартук есть. Но видите, какой тут фартук. Почему вот это все не достает? Я в этой квартире ни одного дня не жила. Никогда. Ну и мама тоже не жили. Они купили и сразу как бы сдавали. Вот видите, все обои отстают. И здесь ужасный линолеум. Я линолеум купила, кстати, уже новый. Правда, он немножко, наверное, будет по цвету отличаться. Вот. Теперь вот здесь вот такая вот дверь. Она вся, ребят, рассохлась. Вот она вся тут на скотче. Видите? На скотчике, на скотчике. На скотчике. Короче, дверь на выброс. На выброс. Вот такая страшилище. Надо, наверное, вот так поставить. Ой. Ой. Не знаю, почему не делается. Ладно, вот здесь стойка. Паутина висит. Здесь, короче, пока я была в Америке, соседи меняли старые железные трубы. Я заплатила, как бы, но они там тоже наняли и меняли. Полностью стояк на третьем, я живу на втором, и на первом этаже поменяли трубы. И вот здесь надо все это заделать. Перенести, наверное, вот эти, чтобы был доступ к счетчикам. Вот. Ну, побелить здесь. Что, я еще не знаю, стиральная машина есть. Вот, вот такая вот, даже стоят запчасти, но гипсокартон я тоже уже купила новый. Вот. Вот здесь ободранные обои, но я даже не знаю. Или все квартиры тут уже ремонт. Ну, посмотрим, немножко так уберусь, конечно, наверное, не буду я прям уже прям супер-пупер. Тем более я хочу ее сдавать, эту квартиру. Вот. У меня есть где жить, но нужны деньги, потому что свой дом мне содержать не на что. Вот. И честно сказать, мне даже страшно браться. Во-первых, я никогда сама ремонт не делала, я всегда нанимала. Но с деньгами у меня сейчас не очень. Поэтому я решила начать его делать сама. Ну и начну с того... Тут что-то висело. Даже не помню, что тут уже висело. Начну, наверное, с того, что сейчас в кухне сниму обои. Вот. Ну, потихоньку начну как бы делать. Да, и вот буду рассказывать вам, как сделать женскими руками
самостоятельный ремонт. Я не знаю, ребята, как у меня получится. Наверное, что-то получится. Покрасить-то, наверное, смогу. Вот. Глаза боятся, руки делают, но будет какой-то опыт. Вот смотрю, вот сразу, смотрите. Стена кривая. А что с ней делать в этом случае? Вот, как ее тут выпрямлять? Я, честно сказать, даже думала, фартука нет. Вот, конечно, бы поменять бы раковину повыше. Сюда бы хоть какой-то бы маленький шкафчик. Вот, вот. Так, ну, плита. Плита вот такая вот ужасная. Но они застилали, чтобы ее, наверное, не мыть. Это не я придумывала, это они. Вот такие, ребят, пироги. Вот. Ну, начинаю пока ремонт. Кстати, здесь были еще, кроме того, и тараканы. Но тараканов было, ну, как бы они завелись, но было мало. Сейчас я их что-то не вижу. Потому что уже больше месяца никто не живет. Вот здесь, конечно, мебель 905 года. 905 года. Так, ну, что есть? Тут такой типа шифонерчик, шифонерчик. Угу. В общем, не знаю, что я буду делать и как я буду делать. Ну, посмотрим. Ну, вот так, ребята. Приступаю к ремонту, но для начала хочу снимать обои. Вот здесь вот выбелю, подшпаклюю. Есть у меня шпаклевка. Здесь вот тоже квартиранты жили, повесили дутцы. И вот это кидали, дротики-то эти. Ну, что, не свое, не жалко. Вот так. А тут вот плинтус. Кто-то завел щеночка. Я не видела, не знала. Щеночек сгрыз. Здесь тоже уже никаких нету. О, диван. Все развалилось, все. Вот представьте. Они вот что, его не застилали, спали вот так. Это вообще бомжатник, бомжатник. Ой, ладно, вас утомило. Все, ребят, приступаю к ремонтику. Обои, ребят, буду снимать так. Вот, видите, я уже мочу. Вот налила в тазик воды губкой, потому что так попробовала. Ну, кое-где они отстают, но они все равно не снимаются такой вот шубой. Вот видите, здесь тоже уже угол намочила. Тихонько сейчас буду, где шпателем, где ковчег, буду снимать эти обои. Так. Друзья, вот хотела показать, как у меня движутся дела. Я, конечно, не предвидела ломать фартук. Но я снимала, когда шкафы, а плитка просто рухнула. И прям вот такими целыми пластами, шмотами все отвалилось. Вот это вот все, где черное. И вот здесь белое, я немножко помогла, но вот здесь вот шпателем плохо поддевается. Завтра принесу что-нибудь такое, ну, например, отвертку, что-то, чтобы можно было поддеть подлучше. И вот так я обскабливаю. Тут, как оказалось, вот, например, на примере покажу. Здесь два слоя обоев. Вот эти серенькие, они, у них темное покрытие, а вот эти вот, видимо, были старые. И я их тоже сейчас все вот это вот обдираю. Вот так обдираю. Прям начисто. Как бы стараюсь ободрать. И вот такой у меня разгром на кухне. Ну, ребят, планирую что? Я планирую, что сегодня я хотя бы основное зачищу. Завтра только останется кое-где вот такая вот плитка. И почистить стену. Ну, и потом, может быть, пройдусь какой-нибудь шкуркой. В общем, это будет завтра. Сегодня я планирую вот эти все черновые работы убрать, все обои снять, соскоблить. Ну, вот так, по мелочи. Вот так движутся у меня дела. Ну, я тут неплохо устроилась. У меня и компьютер тут есть, и кофеек я попиваю. И, в общем, нормально. Как бы, знаете, все делаю в кайф.
не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, с таким осознанием, что квартира все-таки моя, поэтому давай, Аленочка, берись, доделай, делаю. В общем, вот так, ребят, так обстоят дела.